Дамы и господа, мы продолжаем. И вашему вниманию поединок в полном легком весе. В красный угол. Добро пожаловать, представитель Калининградской области, Дмитрий Шостаков! Итак, следующий поединок сегодняшнего дня. Дмитрий Шостаков приглашается для участия в нем. 7 побед, 7 поражений его профессиональный рекорд. Город Калининград. Обладает очень хорошей дистанцией атаки, и это использует в своих боях. Отличные лоу-кики, работает в такой широкой стойке, при этом очень здорово двигается, отменный спиннинг-бэк-кик у него, которым он нокаутировал, кстати, своего соперника Сайгида Абдуллаева на ММА-серии 14. Начал он свою карьеру в 2012 году, начал очень здорово, у него был нокаут, технический нокаут в первом раунде, затем, правда, 2 поражения, после этого серия из 2 побед, ну и вот в последнее время стал проигрывать на ММА-серии 14, как мы уже говорили, выступал. И также потерпел поражение вот в декабре 2020 года единогласным решением. Но я думаю, что сегодня Дмитрий нам покажет свой максимум и постарается выйти на победную тропу. А соперник его представляет Республику Башкортостан. Добро пожаловать в синий угол, Низам Рамазанов! Низам Рамазанов, 30 лет этому бойцу из Уфы. Карьера его началась в далеком 2013 году. И причем началась она весьма и весьма ярко, потому что на старте было одержано 6 побед подряд. Ну а потом уже в 2017 году началась такая же, ну не такая же, чуть меньше, затяжная черная полоса. То есть уступил в 4 поединках. Правда, одним из соперников Низама Рамазанова был никто иной, как Арман Царукян, ныне яркий боец, выступающий в UFC. Но, тем не менее, в мае прошлого года Низаму Рамазанову удалось все-таки вернуться на победную тропу и засабмитить Руслана Кулиева. И вот спустя практически 2 года Низам Рамазанов, местный спортсмен, уфимец, возвращается в профессиональную клетку. Итак, знакомьтесь, боец в красном углу. Ему 26 лет, рост 176 сантиметров, вес 65,1 килограмма. Его профессиональный рекорд – 7 побед при 7 поражениях. Он представляет Калининградскую область. Приветствуйте, Дмитрий Шестаков! Его соперник в синем углу. Ему 30 лет, рост 170 сантиметров, вес 65,3 килограмма. Его профессиональный рекорд – 7 побед, 4 поражения. Он из Республики Башкортостан. Вот он, Низам Рамазанов! Рыбий поединка Максим Протасов. Низам Рамазанов в перчатках с синей тейпировкой. Дмитрий Шестаков в перчатках с красной. У Низама Рамазанова отменный правый оверхенд, который он, кстати, даже применил в поединке с Арманом Царукяном в 2017 году. Они дрались друг против друга. Ну и вот поединок начинается. Да, в любом случае опыт серьезный у Низама Рамазанова, в том числе и опыт противостояния с соперниками, которых можно назвать без всякого преувеличения топ. Дмитрий Шестаков в традиционной широкой стойке. Старается держать дистанцию и не подпускать Низама Рамазанова. Но Низам и сам любит поработать в стойке. При этом хорошо защищается от партера. Хорошие секущие лоу-кики у Шестакова. И попробовал ему тем же ответить Низам Рамазанов. Низам очень взрывной боец, поэтому Дмитрию Шестакову нужно быть крайне внимательным. Так, а вот и проход в 2 ноги. Причем, мне казалось, несколько
так семафорно заходил в ноги, что, но тем не менее удалось все-таки сделать перевод да. в партер и перевести соперника Низаму Рамазанову. Ну и вот сейчас позиция гарда обрабатывает корпус и переводит на голову. Низам Рамазанов понял, он очень быстро, что в стойке есть риск пропустить, поскольку колоссальная дистанция атаки у Дмитрия Шестакова. Ну и вот последовал перевод. Да, корпус голова отрабатывает Низам Рамазанов. Да, подтаскивает к сетке. Что подсказывают секунданты. Попытка обойти защиту от Низама Рамазанова. Так, ну что, попробует на слэм вытащить. Нет, просто подсечка. И снова еще один тейкдаун оформил тем временем Низам Рамазанов. Ну, надо бы еще выйти на оперативный простор. Но пока что хорошо вот так защищается. Ну и удерживает сейчас корпус Рамазанов, обрабатывая его, и таким образом не дает сопернику подняться, зарабатывая важнейшие баллы. И Дмитрий Шестаков вынужден принимать, а вот сейчас отличный бросок. Если бы соревнования были по вольной борьбе, то дали бы 5 баллов. Но это смешное единоборство, здесь за броски, к сожалению, никаких баллов не дают. Локтями пытается отбиваться Шестаков. Пытается встать, но вот достаточно так плотно его прижимает Низам Рамазанов. Ну вот здесь вся разница в росте, в длине конечности играет как раз-таки против Дмитрия Шестакова. И Низаму проще гораздо удерживать такого рослого бойца в этом положении. Так, пробует все-таки выйти на более удобное пространство Низам Рамазанов. Пока что Шестаков не позволяет этого сделать. Защищается неплохо. Но сам пока что изменить положение дел не может. И все сводится просто к активной защите в исполнении как раз-таки Дмитрия Шестакова. Подзавязал одну руку Дмитрий Шестаков. Ну и вот нам показывают статистику. 6 точных попаданий у Шестакова киками. При этом ни одного удара рукой и один удар локтем. Ну и 12 точных попаданий у Рамазанова руками и один кик. Скорее всего, Низам будет здесь работать в стойке. Хотя, вот, например, с тем же Арманом Царукяном Низам старался, вернее, в партере, да, здесь будет работать, а вот с Царукяном старался работать именно в стойке, потому что, конечно, уровень Армана Царукяна в партере, он запредельный. Но здесь Низам спокойно контролирует Дмитрия Шестакова, продолжает это делать. Так, а Дмитрий Шестаков пробовал запустить ноги на треугольник, но ничего не вышло. Прочитал это намерение Низам Рамазанов и вместо этого приземлил со всего маха в канвас оппонента. Пытается он завязать обе ноги сейчас Шестакова с помощью рук. Ногами это было бы, конечно, предпочтительнее сделать, но что есть, то есть, что получается, то получается на текущий момент. Низам Рамазанов пробует бить сбоку, бить по корпусу. Постепенно заканчивается раунд. Ждем следующие 5 минут. Да, очень интересное противостояние. Низам Рамазанов пока впереди за счет контроля в партере.
Итак, поединок возобновляется. Низам Рамазанов против Дмитрия Шестакова. И вот Дмитрий пошел оверхендом вперед, попытался достать, но промахнулся. Дмитрию нужно быть очень внимательным, запредельно просто, чтобы не подпустить к себе Рамазанова и не быть переведенным в партер. Рамазанов продолжает давить, бросает с двух рук. И так достаточно заряжается на удар Низам Рамазанов. Лоу-кик тем временем по внешней стороне выбрасывает Шестаков. Ну и при этом задача Низама Рамазанова — это заставить Шестакова пойти на него и поймать на противоходе. И перевести в партер таким образом. Поддавливает Дмитрий Шестаков. Мидл-кик выбрасывает на скачке. И отвечает тем же Низам Рамазанов. Попытался Низам подхватить ногу и зарядить справа, точно в голову, но вот не получилось плотно. Мидл кик, да, здорово. От Шестакова. Да, активное передвижение включает Дмитрий Шестаков. Дабы не подпустить к себе поближе Низама Рамазанова и снова затащить себя в партер. И вот хорошее сближение от Рамазанова с плотными ударами. Да, хороший мощный удар слева, боковой, зашел у Низама Рамазанова. Очень плотно приложился. Ну так поровнее выглядит этот раунд. Да, по крайней мере, стартовые минуты. И складывается ощущение, что Дмитрий Шестаков стал побаиваться сам начинать атаку. Но с разворота, смотри, как попал по корпусу. Подхватывает одну ногу и опять делает перевод. Дождался все-таки своего шанса Низам Рамазанов. Да, и вот теперь начинается та же игра, что мы видели в первом раунде, когда Низам полностью контролировал в партере Дмитрия Шестакова. И не дал тому ничего сделать, не дал подняться. И таким образом выиграл тот отрезок боя. Закрывается гард. Пытается встать, отжать от себя Дмитрий Шестаков Низама Рамазанова. Но так плотненько Низам Рамазанов прижимает оппонента. Да, снова контролирует Низам полностью, никуда не спешит, понимает, что время на его стороне. И просто отрабатывает эпизод за эпизодом. Обрабатывает корпус, пытается переводить на голову и понимает, что выигрывает второй раунд. Локти в защите пытается подключать Дмитрий Шестаков. Ну а Низам Рамазанов вот с такой методичностью удава пытается тащить своего оппонента к сетке. Да, но не душить, да, пока просто контролировать, забарывать, да, и завозить вот так, можно сказать. Маринует. Да, закисляет, но тут главное самому не окислиться в этой работе, достаточно энергоемкой. Удар справа от Низама. Пока ничего не может с этим поделать Дмитрий Шестаков. Нужно попытаться поставить ноги в бедра и, может быть, оттолкнуться от соперника, рискнуть таким образом. Конечно, есть риск и в маунт таким образом пропустить позицию, но здесь все равно не выигрывает эпизод Дмитрий Шестаков. Попробовал Дмитрий Шестаков развернуться, но не пускает его никуда. Низам Рамазанов очень плотно держит, оформляет еще один тейкдаун. Закрылся гард. Ну вот контроль контролем, да, но ударов нет. Ударов нет пока что от Низама. Пока что просто забарывает. И вот еще одна попытка затащить к сетке соперника. В
Ну и второй раунд прошел, в принципе, в том же ключе, что и первый. Тотальный контроль Низама Рамазанова в партере. Не получается пока у Дмитрия Шестакова остаться в стойке и провести бой. Да, пожалуй, в актив из минувшего раунда Дмитрию Шестакову может заносить только стартовые 2 минуты. Ну а в целом обе 5-минутки уверенно забрал Низам Рамазанов, всеобщей радости уфимской публики. Поединок продолжается, третий раунд. Внутренний лоу-кик от Дмитрия Шестакова, тут же внешний. И вот так с разножки лоу-киками отрабатывает Шестаков. Пытается он удерживать удобную дистанцию, чтобы бой шел как можно дольше в стойке. И отсюда уже извлечь максимальную выгоду, передний мидл-кик. Но при этом Дмитрия Шестакова спасет только нокаут. 2 раунда им проиграны. Это безусловно. Только нокаут, только лаки панч. Ну или же... Нет. Сабмишн тут вряд ли тут получится. Да. Да, я подумал и тут же осекся. Потому что как в борьбе в стойке, так и в партере тут у Низама Рамазанова очень ощутимое преимущество. Но опять же достаточно... Ой, с разворота. Достаточно плотный и атлетичный Низам Рамазанов, вот попробуй его так возьми и снеси, даже при удачном попадании. Да, только если обмануть. Вот лоу-кик. И очередная попытка. Поднимает. И сейчас будет, судя по всему, еще один перевод в партер. Да, так и есть. Пусть и не получилось это сделать. Ярко. Да, ярко так вбить в канвас оппонента, но тем не менее приземлил. Да, мягенько, но усадил. Да, и вот снова работает тактика Низама Рамазанова. Контроль в партере, работа, пусть и небольшая, но при этом работа на победу. Низам снова начинает обрабатывать корпус, при этом держит его, чтобы соперник не мог выйти из захвата. Ну и вот пока ключей Дмитрий Шестаков так и не нашел для того, чтобы выйти отсюда и работать дальше в стойке. Да, ну и пока что здесь исключительно контроль со стороны Низама. Интересно, что он предпримет дальше, то есть будет выходить на оперативный простор для ударов или же все-таки попытается найти шанс, чтобы выйти на болевой, на удушающий в данной ситуации. Так что-то какой-то намек на треугольник. На воплощение его в жизнь в исполнении Дмитрия Шестакова мы сейчас с вами лицезрели, не получилось. Ну и снова контроль. Пытается Дмитрий Шестаков набросить ноги, но неудачно выходит из этого положения Низам Рамазанов. Да, я думаю, ты знаешь, не тот случай, не тот соперник, которого можно вот так просто поймать на треугольник. Конечно, всякие неожиданности бывают, и случайности, и стечение обстоятельств, и все ошибаются. Но не в этом случае. Уж слишком явное превосходство в борцовской технике у Низама Рамазанова. Потому что даже если он и пропустит какой-нибудь шальной прием, я думаю, он найдет контрмеры оперативно к нему. В конкретном поединке, конечно. Да, но здесь, конечно, много составляющих. И рост, габариты Дмитрия Шестакова, которые не играют на руку в данном случае, когда он оказывается в партере. Да, но тут не стоит лукавить. Да, Низам Рамазанов мощнее. Да. Мощнее. Вот здесь нанес несколько ударов по затылку.
Дмитрий Шестаков, и рефери сделал предупреждение. Сам пытается уже Шестаков спастись в партере, пытается подхватить ногу и поднимается. Посмотрите, Дмитрий, есть у него шанс на возвращение в стойку, может быть. Стоит ли бороться? Мне кажется, нет. Так, постепенно истекает время поединка. Встают оба на ноги. Прижимает к сетке Низам Рамазанов. Ну что, колени? По логике вещей должны посыпаться сейчас от Низама Рамазанова, но, возможно, там уже и топливо на исходе. Да, от плотной борьбы наверняка устал, но при этом пока контролирует. 30 секунд остается до конца, я думаю, что будет работать именно в этом ключе. Просто контроль позиции и доработает уже до конца. Да, до верного уже по принципу «лучший враг хорошего» сейчас действует Низам Рамазанов. Контроль, борьба в стойке. Но вот сейчас, разрывая дистанцию, выбросил все-таки несколько ударов Низам Рамазанов. Удар с разворота в защиту. И только ухудшил свое положение. Все. Дмитрий Шестаков. Ждем официальное решение. Да, но я думаю, что здесь всем понятно, что Низам Рамазанов за счет контроля в партере, за счет работы в партере, выиграл этот бой. Причем контролировал он на протяжении первого, второго и третьего раунда. Дамы и господа, в этом поединке единогласным решением судей победу одержал Низам Рамазанов! Абсолютно справедливое решение. Низам Рамазанов одерживает вторую победу подряд за последнее время. Дмитрию Шестакову. Улучшает свой рекорд. Наши поздравления. 8-я победа в итоге.